Ты чё? Там в моторе что-то скрипит дохуя сильно. Да, а чё там можешь скрипеть? Лишние запчасти только. Короче, он решил сегодня убить двигатель. Вот, и он решил убить двигатель. Где там наш санёк? Где там? Где там? Вот он, вот он. Держи! Ай, блядь. Я сам упал в колючки. Грёбаная заноза зашла. Ладно. Закрой кран, льется топливо, отсюда вижу, струя. Струя фигачит. Видите или нету, там вот струя фигачит прям. Ты закрыл кран? Давай, разворачивай. Что-то передний колес... Близок. Близок, блядь. Близок. Бля, даже на питосе залетал сюда. Ну питос сравнил с вот этим, блядь. 60 килограмм металлолома, блядь. А, блядь. Тихо, тихо. Ты что творишь? Люди, он сейчас меня убьет. Колено спасает. Смотрите, что будет дальше. Он сел на дно. Что же он задумал, господа? Что же он задумал? Он решил перекинуть колесо через бугор. Подойдем-ка мы поближе с вами. Что он делает? Какие будут дальнейшие действия нашего Александра? О, я понял. Он решил долго не думать и тянуть за жопу. Люди кайфуют, заезжая в горку и стаскивая с горы мотоцикл. Складная ножка не складывается. Выкручивай руль туды. Выжми сцепу, он покатится. Да, он просто катится. Ну что-то он... О, сорвалась компрессия. Смотрите, он сам. Матюль. Бренд Матюль. Бренд Матюль. Хорошее масло Матюль. Заливайте, не заедьте в горку. Ну ты сейчас на Газпроме, ну бля. О, смотри! Масло из двигателя потекло. Ух ты ж, блин. Смотрите, смотрите, смотрите. А вот тут отсюда прям струя фигачила. Не знаю. Топляка. Так мы еще раму не доварили до конца, и, короче, тестовый выезд смертельный, походу, будет. Я хочу заехать все-таки. Ну, давай. Делаем ставки, господа. Давай, разгонись прям до отсечки, чтобы он прям вот... Так отсечка 3000 или 4. Прям, чтобы вот он прям вот... Бам-б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 ам вот так, чтобы делал. И ты руль, походу, погнул, ну? Вроде нет. Ну, все. Давай, удачи. Я верю в тебя, и подписчики верят в тебя. Нет. Заводись, кривоножка. Техника безопасности. Ну это да. Я его, конечно, рот ебал, но... Ножку согнул правую, блядь. Может убрать эту, блин? Стоит типа заезжать? Не, говорю, может мой мод убрать? Ну ты когда просто там виляешь.
Камри. Вы слышали это? Как он назад покатился такой. Ногу не поранил? Синяк? Мне понравилось, когда ты назад начал катиться. И коленвал такой в другую сторону. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Порвал свои сандали? Да. Где? А, не, расстегнулись все. Это будут, как у меня, вот ну, такие тоже. После покатушек у всех такие. Ты кран хоть закрыл? Нихуя не закрыл. Короче, какие будут ваши комментарии первого выезда? Не для нас такой. Короче, мотор сильно, сильно валящий, да, получился? Да. Короче, этот мотор мы будем продавать. Мотор в идеальном состоянии. Врагам продадим, блядь. Смотрите, смотрите,